Грипп – это острое респираторное заболевание, вызываемое вирусами гриппа. Болезнь передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно при общении с больными в местах большого скопления людей. Грипп опасен тем, что может вызвать серьезные осложнения. Лучший способ избежать их – не заболеть, а самый надежный способ избежать заражения – это вакцинация, говорят медики. При этом многие боятся делать прививку. Думают, что вакцина может спровоцировать болезнь. На самом деле никакой угрозы нет. Вакцины создаются из частей белков вируса, которые никак не могут повлиять на здоровье, разъясняют специалисты. У вакцин, конечно, тоже есть именно местные реакции нежелательные в виде покраснения места введения вакцины, как один из моментов, либо небольшое повышение температуры, но это расценивается как защитная реакция организма. Температура нам нужна для чего? Для того, чтобы ускорить все процессы. Это защитный механизм, физиологический механизм. Поэтому, если мы привились и есть температурная реакция, это еще даже лучше, потому что это ускоряет выработку защитных антител. Прививку нужно делать ежегодно. Это связано с тем, что уровень антител со временем снижается, и иммунитет уже не способен так активно бороться с заболеванием. Кроме того, мы с вами знаем грипп у человека, но им болеют и животные. Мы слышали уже и про свиной, и про куриный грипп, и про птичий грипп. Поэтому от гриппа необходимо вакцинироваться ежегодно. Вирусы чуть-чуть отличаются, ученые за этим наблюдают. Вспышки гриппа чаще всего случаются в декабре. Для того, чтобы уберечь себя от вирусов, нужно выработать в организме антитела заранее. Поэтому вакцинироваться рекомендуют в октябре или ноябре. Жители региона могут пройти иммунизацию в одном из стационарных прививочных пунктов. Найти адреса и график их работы можно на сайте областного Минздрава. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.